Старшеклассница Полина Богатова видит свое профессиональное будущее в сфере юриспруденции. Девочка обучается в школе права, а год назад вошла в детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Могу сказать, что это самые лучшие организации, в которых я когда-либо принимала участие и которые когда-либо развивала, потому что ребята, которые одновременно работают со мной, невероятно тоже заинтересованы в развитии данных движений и в продвижении сферы юриспруденции, правовой грамотности среди ребят и даже просто социально активной деятельности. Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области существует с 2014 года. В него входят активные школьники региона, и один из них уже является членом Федерального детского общественного совета. Совет является представительным и коллегиальным органом детского сообщества области. Это тот орган, который должен помогать нам реализовывать основные стратегии, основные программы, которые озвучены нашим уполномоченным президентом, которые поддерживаются и реализуются, но уже на протяжении определенного времени. Они должны стать путевкой жизни многим детям, улучшить их жизнь, улучшить уровень их образования, их досуга, их жизни в общем. В этом году кандидатуры в совет представили все 13 образовательных округов Самарской области. Мне очень интересно то, чем я занимаюсь, потому что, во-первых, в первую очередь, это дает гибкие навыки, soft skills, как это сейчас называют, это очень актуально. Во-вторых, это дает море, безграничное море, я бы даже сказал, океан новых знакомств, новых друзей. При детском общественном совете действует школа права. Занятия в ней позволяют познакомить школьников с основами современного российского законодательства, развить навыки работы с нормативно-правовыми документами. В качестве лекторов приглашаются адвокаты, прокуроры, судьи. Школа работает как в очном, так и в дистанционном форматах. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.